Моя воспитательница Наталья Евгеньевна мне рассказала, что скоро нашему городу исполняется 750 лет. Я удивилась, что у нашего города есть день рождения. И я решила узнать, каким наш город был раньше, чем знаменит, и как люди будут отмечать его день рождения. Я решила провести исследование. Маленькая Арына любит гулять по городе. Для своего мини-фильма и она не просто наведала знакомитые могилевские мясины и зробила селфи побач с любимыми персонажами. Разом с батьками она вывучала историю города, отрымался виды рассказ от першей особы. Мне нравится больше всего Могилевский драматический театр, потому что там выступают артисты из разных стран. И мне интересно, какие у них спектакли. Да, я даже там выступала. Это только частка великого инновационного проекта региональных виртуальных музеев, у яким дошкольный центр развития детяти номер 1 бере удел с 2016 года. Дети становятся журналистами и удельниками фильмов и рассказывают про то, что бачат. В нашем учреждении будет создан виртуальный музей, куда войдут, значит, и электронные презентации о родном городе по различным блокам, о родной природе, об истории и культуре родного края, о людях, прославивших наш край. Также, значит, мы с детьми создавали видеофильмы по блокам, прежде всего о нашем родном детском саде, о любимом городе. О дружбе народов всех стран. Гэтыя мини-фильмы теперь плануют показать у інших садках. А еще про Могилёв доведуются малые Санкт-Петербургского дитячего садка. Детки отправили посылку с белорусскими цацками и сувенирами, книгами и малюнками про Могилёв. Татьяна Сергеевич, Кристина Кранкевич, Виталь Алексеенко. Новини региона.